Игра хот-дог. А кто тут у нас сидит? Кто у нас самый голодный? Ну, дружочек, подожди немножко. Сейчас мы тебя покормим. Перенеси в ячейки числа так, чтобы они в сумме давали указанное на аппарате число. Тогда мы сможем накормить собачку. Игра для тех детей, которые уже ориентируются в математике и в пределах первого десятка уже могут посчитать. Каждый раз, загружая игру, мы будем видеть разное число. Сейчас это цифра 6. Случайное число, или же мы можем выбрать заранее то число, с которым будем работать. Здесь у нас случайное. Да? Здесь прилетела нам шестерка. И вот задача ребенка – состав числа указать. Как шестерку можно посчитать? Как 1 и 5. Это так. Как 6 и 0. Это так. Как 4 и 2. Верно. Как 2 тройки. Игра очень короткая, но позволяет ребенку проанализировать состав числа в пределах первого десятка. Ура! Получилось! Лови свою. Вот такой бонус. Прилетела наша сосиска. В этой игре есть печатное задание. Можно его выполнить после занятия с компьютером.